Ну вот, мы остановились в поселке Никита. Вот, в доме прямо у дороги. От моря далеко. Цена, между прочим, была целых 1200 рублей. Дешевле нам найти не удалось. Вообще хотят 1,5-2. В общем, тут какие-то дорогие районы. Видимо, для очень богатых. Вот, но мы, как последние душманы, все-таки сумели это самое сделать подешевле. В общем, вот такие вот дела. Такой вот он номер, красивый и все такое, но до моря 3 километра. И посмотрим, вот это получится. Это большая парковка и все удобство. Тут еще весь дом под сдачу. Сейчас он трехэтажный, планируют 5 этажей. Там большая кухня, причем даже мангал. Если он встроен, как бы, панель, куда и газовая плита, и все остальное. Интересно. Конструкция удобно, проходит тепло. Минусов шумно, так как близко дорога, ну и далеко, да, этого самого. Даже до Никитинского ботанического сада с ним не то. Здесь 4 остановки пролетаются, потому что удаление большое. Но нам все равно, мы поедем на машину. Как-то так. Мы тут остановились. Ну вот, мы выдвигаемся в Никитинский ботанический сад. Вот. Парковались мы рядом с гранатами вот такими вот. И росли у этого домика замечательно. Вот домик вид снаружи. Вот, в общем, теперь двигаемся в Никитинский ботанический сад. Будем смотреть красивые цветочки, кустики и всякое такое ботаническое чудо. Да, вот это вот у нас инжир так растет. Вот он зелененький, а вот тот, что черненький, он уже типа поспел. А некоторые даже переспел. Вот так вот. Инжир. Интересное какое-то растение. Что это такое, мы не знаем. Иголки, шишки, кедры. Много-много чего еще интересного. Еще что-то непонятное. Что это такое? Неизвестно. Непонятные фрукты. Кедровая сосна, насколько я понимаю. С кедровыми орешками, которая типа... Ты любишь кедровые орешки? Вот это, по-моему, оно и есть. Вот так оно растет. Если я ничего не путаю. Распространенная краска олеандр. Олеандр вечно зеленый. В переводе с греческого слова это олеандр означает нимфа с прекрасного острова Андрес. Не только этот остров, весь южный берег Крыма превращается в прекрасный сад, когда все бутончики олеандра раскрыты. Розовая самая распространенная краска сегодня же на маршруте со мной, пройдя, увидите огромную гамму цветовую. 17 оттенков природы, начиная от белого, нежно-розового, заканчивая ярко-красными, ярко-фиолетовыми цветами. Ну и еще, конечно, в начале нашей прогулочки несколько слов об истории создания нашего сада. Чуть дальше проходим, пожалуйста. Вот. Это была очень важная страница в истории Крыма. Год присоединения Крыма к России. Екатерина II, на престоле находясь в тот момент, щедро рукой раздает крымские земли иностранным друзьям, ближайшим вельможам. Они строят на этих землях свои замечательные дворцы и замки, конечно же. Эти строительные сооружения нуждались в соответствующем растительном оформлении. В то время в Крыму было всего лишь 2 частных ботанических сада Потемкина-Мордвинова, которые абсолютно не справляются с нагрузкой. И возникает идея создания не просто очередной декоративной коллекции, что крайне важно, на базе питомника, где можно было бы приобрести семена и саженцы растений. Проблему берется решать генерал-губернатор Дюк Армани де Ришелье, и уже по его инициативе в 1811 году выходит императорский указ об основании императорского казенного эконома ботанического сада. Вот так очень интересно, первоначально получил название наш сад. Слово «никитский» сразу же перед ботаническим появилось, потому что когда растения первые высаживали чуть выше, в нескольких километрах от сада располагалась небольшая греческая деревушка с таким вот оригинальным названием Никита. Она и дала имя ботаническому саду. На должность
первого директора выбрали Христиана Христиановича Стелла. На бюст его прямо перед вами располагается. Может быть, кто-то успел заметить, не славянские черты лица. Все дело в том, что он был шведом по национальности, сам родился в Финляндии. А вот образование, как очень многие в те времена, приехал получать в Санкт-Петербург. Он закончил медицинскую академию по классу биологии. С большим энтузиазмом Стеллан берется за работу, и уже 12 сентября 1812 года были высажены первые растения. Поэтому по праву дата основания наших парков считается именно эта цифра. То есть несколько лет назад нашему саду исполнилось ровно 200 лет со дня основания. А совсем скоро, 12 сентября этого года, будет 204 года. Это один из старейших ботанических садов в Европе. И еще вот на что ваше внимание с первых минут экскурсии обращаю. Конечно же, сегодня у нас с вами в первую очередь будет ботанически познавательная, но еще в какой-то степени лечебно-оздоровительная прогулочка. Наверное, обращали внимание огромнейшее количество крымохвойных растений. Они все выделяют специальные фитонциды, которые полностью поглощают болезнетворные бактерии. Будем сегодня с вами также проходить мимо некоторых эфиромасличных культур. Мы видим лаванду цветущую, розмарин. Кстати, запах розмарина очень хорошо улучшает работу памяти. А вот на территории Нижнего парка под лаврами постоим. Запах листьев лавра отлично влияет на деятельность коры головного мозга. Поэтому дышите во все легкие и верхние и нижние парки нашего сада. Что касается хвойных растений, огромное количество бесспорно. Лидируют, естественно, сосны и больше всего. Очень много кедров. Есть пихты, ели чуть-чуть поменьше. Им у нас жарко, любят более холодные температуры. Так вот, 4 вида кедра в мире произрастают. 3 из 4 сегодня у нас в саду, видите, у нас очень хорошая кедровая коллекция, которая открывает красивейшее хвойное дерево за бюстом Стеллана. Это кедр гималайский. У себя на родине, в Индии, кедр этот носит название «деодар». В переводе с индийского на русский слово это означает «дар Бога». В Индии очень ценили именно это растение, потому что древесина абсолютно не подвергается воздействию термитов. Поэтому очень многие религиозные сооружения в Индии были построены именно из древесины этого замечательного кедра. И еще, только что, да, говорила, очень много хвойных растений. Часто спрашивают посетители следующее: как же отличить, не перепутать кедр от ели, сосну от пихты? Все очень просто по расположению шишек. Посмотрите, пожалуйста, вот видите, у всех кедров шишки как свечки вверх располагаются всегда. У ели они как елочные игрушки смотрят только вниз. У сосны шишки всегда в разные стороны, а у пихты корона на макушке, на кончиках ветвей. Если знаете, как шишки располагаются, хвойные никогда не перепутаете. Кедр вверх, ель вниз, сосна в разные стороны, а пихта наверху. Ну а я приглашаю вас на одну из самых красивых площадок наших парков, которая называется Партер. Проходим, пожалуйста. Остальные к нам присоединяются. Такой момент интересный мне растения. Вот в прошлом году в сентябре по телевидению проходил сериал «Орлова Александров». 35% снималось на территории нашего сада. Очень красивая прямо перед нами площадочка «Партер». В свое время принимала участие в съемках сериала «Верни мою любовь». А вот за вашей спиной белые колонны, за ними летний кинотеатр. Это фильм «Аса». Многие шутку называют наш сад огромной съемочной площадкой для съемок многочисленных фильмов художников. В таком виде, в котором мы с вами «Партер» наблюдаем, окончательная реконструкция завершена была давно. Это было еще 1937 год. В центре «Партера» прямоугольный бассейн. Прямо перед нами двухэтажное светлое административное здание. На первом этаже большая научная библиотека, на втором администрация, конференц-зал. Я же обращаю ваше внимание, посмотрите, какое роскошное дерево за богиней Флорой. С такой вот зонтиковидной пушистой изумрудного цвета кроны, кора же такого замечательного рисунка, как будто сделана ручной работой. Это сосна итальянская. Второе название – пиния. Очень большие шишки у нее. Орешки, которые находятся внутри, называются пиниоли. По имени сосны вкусные, но, правда, уступают по вкусу орешкам сосны сибирской. Из этих орешков на родине дерево в Италии производит вкусное масло, которое широко в пищевой промышленности используется. Ну и, наконец, итальянцы утверждают, что папа Карло любопытный нос мальчугана своего выстрогал именно из веточек этой итальянской красавицы. Поэтому Буратино мальчика называют только в нашей стране, а вот в Западной Европе его имя – Пиноккио. Название этого итальянского растения. Ну а мы чуть дальше в тень проходим с вами. Финиковые пальмы, конечно, это куцы, но есть. Ялки.
холодно им, видимо, бедным. Зарастут. Остальные к нам присоединяются. Обратила внимание, вот тоже важный очень момент, о нашей организации, как о большом научном учреждении, буду говорить попозже. А пока обращаю внимание на следующее: в саду у нас работает очень сильный отдел ландшафтной архитектуры. Поэтому вы будете иметь удовольствие сегодня любоваться их многочисленными работами. Многие вечно-зеленые растения, посмотрите, красивые шарики, да, около богини флоры, калина вечно-зеленая декоративная. Очень красивые колоновидные растения, вот, украшают центральный вход, административное здание. Прямо перед нами, видите, с табличкой маршрут экскурсии, красивый шарик, тоже шаровидная форма, это тисы ягодные. А вот совсем маленькие косочки горячина. Все они отлично стригутся, поэтому в топиарном искусстве, так называется искусство художественной обрезки или стрижки растений кустарников, их часто используют. Вот я вам такую классику буду и верхние, и нижние парки показывать. В конце экскурсии расскажу о современном каркасном топиаре, которое тоже очень модно востребовано. Ну а пока к бамбуку приглашаю вас. Конечно, а если какие-то есть вопросы, вот я закончу рассказ сейчас про бамбук и с удовольствием отвечу на все вопросы. Это хорошо очень, когда вопросы дают, значит, мне все равно. А моя группочка, пока остальные к нам присоединяются, скажите мне, пожалуйста, был, может быть, кто-нибудь в Сочи в дендрарии? Если побываете намного выше, там бамбук, почему? Все дело в том, что наш климат крымский уникальный для нас людей. Сухие субтропики местами умеренно, субтропически лучшего просто в мире не существует. Для бамбука он неблагоприятен. Бамбуку, как в Сочи, больше влажный климат подходит. А родина вот именно этого вида бамбука – Китай. Называется он листоколосник сизо-зеленый. Позавчера в отделе китайских туристов спросили они у меня, когда увидели бамбук наш, почему же у нас такие хиленькие растения. Потому что в Китае в силу гораздо лучшего климата намного выше и, главное, намного толще ствол. И еще очень важный момент следующий. Бамбук — это не дерево, это большая трава. По строению стебель бамбука очень напоминает стебель пшеницы. Абсолютно полупустой внутри, вот из таких вот небольших мельдоузлей состоящий. Растет бамбук наш 4-6 недель. Потом ствол начинает древеснеть, такие маленькие, коротенькие, боковые веточки, побеги отрастают. За время этих 4-6 недель прирост бамбука в сутки у нас примерно составляет 7-10, 7-11 сантиметров. Не так много. В Китае намного быстрее бамбук растет. Самый же быстрорастущий находится в Японии. Вот такая вот бамбуковая роща около японского города Киото. По статистике, на 1 января 2016 года самый высокий бамбук рос именно там. Но и если у нас бамбук только с декоративной точки зрения используется, роща солюбуемся в Китае, более глобальное применение в промышленности. Древесина бамбука в Китае — отличный строительный материал, они рассказывали. А молодые побеги такой конусообразной треугольной формы, они в мае появляются в период вегетации, широко в Китае в пищу используют, скажем, как у нас картофель. У нас картофель, в Китае бамбук, в Южной Азии банан. Все, что угодно можно из них приготовить. В принципе, настолько популярен бамбук в жизни китайских туристов и жителей, что у них на эту тему есть даже такая забавная детская поговорка. В Китае говорят, что человек сидит в доме из бамбука, за бамбуковым столом, на стуле из бамбука, ест из бамбуковой тарелки, бамбуковыми палочками молодой бамбук. Вот настолько многогранно используется растение у себя на родине. Ну что, как обещала, красивое очень место. Фотографируемся, через несколько минут следующему растению будем проходить. Бамбук в вашем распоряжении. Сколько дубу лет? Который при входе? Который при входе с левой стороны. 195. А там табличка была там внизу. А просто дуб австрийский или дуб бургундский его называют. А что такие финиковые пальмы хилые, которые проходили? Это китайские пальмы, это не финиковые. У нас финиковые кокосовые за климата не растут. Вообще не растут. Нет, давай я тебя сфотографирую. Иди туда, встань. Ты, я тебя сфотографирую. Так что это даже не финиковые пальмы, это какие-то китайские пальмы. Пойдем, пойдем. Это у нас церковь в 19 веке. Еще построили действующая. Как тебе бамбук? Это подъезжали вы. Травка, да? Вот она прямо за бамбуком. Хорошая травка. Так арбуз — хорошая ягодка. Выставка грибов еще. Угу. Да. И кровососущих насекомых. Ты уверена, что ты хочешь на выставку кровососущих насекомых?
стороны. Да, можно сходить, если хотим. Единая корневая система, все от одного корешка. То есть появляются наземные почки, как потом небольшие треугольные побеги, которые в пищу потребляют. Потом, как мы до 25 лет, 4-6 недель в рост бамбук идет, все, рост замедляется, веточки боковые отрастают. Жизненный цикл рощицы более 350 лет, ей только 115, так что перспектива неплохая. А вот это вот растение вы только что на портере видели, только форму другую. Помните, красивая, колоновидная, шаровидная. А вот эта вот многоствольная форма, это все одно и то же растение, называется форма Давастона. Дереву перед вами более 700 лет. Оно в несколько раз старше наших парков. Когда первый директор Стелла начинал растение высаживать, Тис находился на этом месте, очень понравился Стелла, но тот решил его не убирать. И дерево замечательно вписалось в ландшафт нашего верхнего парка. Почему второе название Тиса ягодный? Сейчас во все идет образование семян. Сами внешне по себе маленькие, незрачные, но их окружают, знаете, такие красивые, красного цвета, бутоловидной формы семянники, которые очень напоминают красные ягодки. Посмотрите, я показала на иллюстрации, теперь можете наверх обратить внимание, они прямо на фоне очень красиво смотрятся темно-зеленой хвои. Но помните, это не сами семена, а пресемянники их окружающие. Поэтому такое интересное название, второе тиса ягодный. И еще, обращаю ваше внимание на красивую красноватого оттенка древесину растения. В Западной Европе тис ягодный носил название красное дерево. И было невероятно престижно, но только первоначально из древесины производить различные мебельные гарнитуры, другую домашнюю утварь. Но краснодеревщики, которые работали вот именно с этой древесной породой, сначала сами того не подозревая, подвергали свою жизнь большой опасности. Древесина, кора, хвоя, все на этом растении, кроме красных присемянников, окружающих семена, все полностью ядовито. Древесина дерева содержит яд, который носит название алкалоид токсан. Смотрите, мы рядышком находимся деревом, абсолютно безопасно. Но если этот алкалоид токсан с питьем или едой попадает в организм, и в течение 40 минут, час никаких мер принять не получится, возможно, человек погибает от сердечного приступа. Свойства тисовой коры были очень хорошо известны многим правителям. Недавно читала, что в коллекции русского царя Ивана Грозного даже имелся целый ряд кубков, 6, по-моему, или 8 бокалов из необработанной древесины тиса, которые сам царь в шутку называл «кубки для друзей». Пожалуйста, проходим. Там вот готовимся. Пока остальные к нам присоединяются. Вот смотрите, господа, как интересно. Если тис ягодный, образно говоря, может убить человека, боярышник Стеллана совсем наоборот, в любой аптеке капли боярышника от сердечной недостаточности. А вот напротив боярышника одна из двух секвой, которая у нас произрастает, кстати, менее известная, секвой вечнозеленая из Америки. Если тис ягод называют красным деревом Европы, секвой вечнозеленую красным деревом Америки называют. Чем интересно это растение? Единственная хвойная, которая способна давать пневую поросль. То есть срубили вашу секвою, через месяц возвращаетесь на то же самое место. Видите, молодые побеги, самостоятельно от пня появившиеся. Ни сажать, ни поливать, ни удобрять, ничего не нужно. Конечно, очень ценное промышленное качество. Ну а я вас приглашаю полюбоваться самым высоким деревом в наших парках. Проходим, пожалуйста. Перед вами одно из самых высоких растений нашего Никитского ботанического сада. Это секвойя дендрон, гигантский, семейство таксодиевых. Примерно высота экземпляра 40-42 метра, диаметр около 2. У себя же на родине, на склонах Сьерра-Невады, в теплой Калифорнии, в Америке, деревья эти могут достигать до 100 и даже чуть более метра высоты. Несколько экземпляров прибавляем, получим желаемый результат. Довольно-таки сложно представить, когда первые путешественники, оттуда вернувшись, делились своими впечатлениями, им, как говорится, верили с трудом. И такая очень интересная история однажды происходит на родине этого дерева, на склонах Сьерра-Невады. Там имеется специальный национальный заповедник парк секвойи. Одно из старейших деревьев заповедники случайно погибает. Молния ударила в нижнюю часть ствола, и дерево просто рухнуло под своей собственной тяжестью. Пне растения, который был диаметром 23 метра, получил персональное название «Отец леса». Предприимчивые американцы устраивают небольшой уютный ресторанчик. Винтовая лестница вокруг меня вела на крышу, где играл квартет. Танцевали 16 пар, а по периметру хватало места еще 20-22 зрителям. В стволе же одного из таких громадных деревьев великана у себя на родине в Америке был даже устроен туннель, сквозь который свободно могли проезжать небольшие легковые автомобили. Второе название секвойи дендрона – мамонтово дерево, потому что, видите, такие огромные, пушистые, отдаленно напоминают бивни мамонта.
это. На родине в Америке встречаются деревья такие, которые официально достигли уже более 2000 лет. Но, как утверждают американские ученые, в теории секвой это может дорастать, доживать примерно до 6-7 тысяч. Нашему экземпляру перед вами всего лишь навсего чуть более 130. Так что все у нее еще, как говорится, впереди. Ну, а я обращаю ваше внимание, посмотрите, какая красивая аллея, на которой мы с вами остановились. За нами, перед нами, как и пальма, еще одна визитная карточка нашего южного берега Крыма. Самая распространенная форма кипариса. Кипарис, вечно-зеленая пирамидальная форма. Аллея эта недавно исполнилась чуть более 100 лет. В самом начале возникновения она сразу же получила следующее прозвище – бесконечная. Потому что, видите, ни того конца, ни другого увидеть мы с вами не можем. Такие красивые закругленные края. И вот мы с вами по этой очень красивой бесконечной кипарисовой аллее дальше отправляемся любоваться штамбовыми розами. Проходим, пожалуйста. Соединяется, помните, говорила про топиарное искусство. Бордюрчик за вашей спиной очень симпатичный. Это лавр благородный, а вот симпатичные шарики слева – это лавра, вишня, лекарственная. Чем лавр отличается от лавра вишни? Лист очень похож по форме, но вот лавр вишни, он не ароматен, в отличие от лавра. Когда плоды созревают на ней, это в конце осени происходит, по форме очень напоминают плоды вишни, они даже съедобные, но косточка ядовита, содержит синильную кислоту. Но как медики, да, рассуждают, яды, они говорят, в большом количестве могут убить человека, в малых дозах даже приносят пользу. Все, кто любит Чехова, Тургенева, читать, вспомните, все его главные героини свою расстроенную нервную систему лечили именно лавровишневыми каплями еще в 19 веке. Ну а вот центральный розарий чуть дальше у нас, а пока посмотрите, какие интересные немецкие участочки, образован высокими штамбовыми розами, словно небольшие деревья. Как такую розу получить? В принципе, можно роз на розу прививать, но это гораздо дороже, хлопотный процесс, поэтому сотрудники наши предпочитают иметь дело с обыкновенным шиповником. Кстати, это и есть дикая роза, только такой вот более морозостойкий вариант. Дорастает шиповник до определенного высоты. Все лишнее убираем, только столбик для подвоя. Оставляет, приходит садовник, берешь приз, если это спящих почек розы, и делает прививочку в верхнюю часть столбика. Что значит прививка? Надрез, лицом почку аккуратно вставляется, до винтика обматывает. В принципе, ничего такого сложного. Такие красивые растения получаем в результате. Вот этой штамбовой розе примерно около 7 с небольшим лет. Ну, а мы вот вдоль этого участка красиво проходим дальше домой. Да, они, конечно, хорошо смотрятся в садах больших. Привитые розы. На шиповник. Который погибло. Мам, сейчас. Лавра вишни только что, да, стриженная в форме кустарничка. Вот лавра вишни в форме дерева. Все, в принципе, от нас будет зависеть, как мы изначально растения будем формировать. А пока остальные присоединяются, посмотрите, какое интересное дерево над нами. Когда обращаю внимание на форму листка, говорю, что дерево дубом называется. Многие очень удивлены, потому что мы все к совершенно другой, да, в форме листьев дубовых привыкли. Лопастная, такой волнистая. Лопастная форма – это привилегия только листопада дуба. У всех вечно зеленых вот именно такая, без всяких выемок, форма листка. Но посмотрите, желуди начинают уже появляться абсолютно такие же, как и на дубах листопадных. Второе название растения над нами – дуб каменный, потому что если принять за единицу удельный вес воды, удельный вес древесины этого дуба будет составлять 1,14. То есть как не суши дерево, все равно будет тонуть в воде. Хотя родина этих замечательных растений официально считает средиземноморские страны, тем не менее широко распространились, акклиматизировались. Почва наша крымская, климат просто идеально подошли им. В лице полуострова они обрели свою вторую родину. И если будете гулять сегодня по Лукинского-Воронцовскому парку, Ялта, набережная, вы забили, увидите именно эти красивые, стройные, вечно зеленые дубы каменные. Ну а мы по этой дубовой аллее чуть дальше проходим. Пока дальше не идем. За моей спиной в глубине куртины два сразу очень интересных растения. Но все традиционно всегда обращают внимание на задний план. Такой широченный ствол – это платан. Но про платан чуть попозже поговорим. Почему? У нас на территории сада в Нижнем парке растет самый старый платан Большой Ялте, которому, как и саду, в этом году 204 года исполняется. А там подробнее побеседуем. А вот прямо перед нами такой скромненький ствол. Видите, листочки не этого дерева. Листья дуба каменного только что показывала. А вот этого растения листья всегда очень высоко над землей располагаются.
вот, господа, перед вами. Только, конечно, не конкретно этот экземпляр, а вид растения. Самое старое реликтовое растение на всем земном шаре. Это гинго белоба. Вид гинго насчитывает более 260 миллионов лет. Растение пережило все. Катастрофы, катаклизмы, ледниковый период. Гинго — единственное дерево, которое в свое время выжило после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Ученые много лет проводили исследования, что же дает гинго такую просто невероятную жизнестойкость. И выяснили, что все дело вот в этой очень красивой, оригинальной, треугольной зеленой листве. Листья гинго содержат ряд настолько важных, ценных и медицинских ферментов, что хотя, конечно, красиво, декоративно, в последнее время выращивают в основном с фармацевтической точки зрения. В данный момент гинго входит в пятерку самых продаваемых лекарственных растений в мире. Все прекрасно, да, знаем на слуху Билавил, Танакан, гингоум, зрение, память, варикоз, тромбофлебит, ишемическая болезнь сердца. Сосуды чистит, давление снижает, кровообращение улучшает. Ну а самое главное, почему в последнее время такой большой ажиотаж по поводу гинго? Гинго белоба является очень мощным антиоксидантом, то есть замедляет старение клеток организма. Я вам показала самый молодой экземпляр, перед вами попозже. На территории Нижнего парка постарше растения увидим. Ну а промышленные посадки чуть ниже, ближе у моря находятся. А я приглашаю вас на территорию центрального района. Зария наших парков. Проходим, пожалуйста, со мной. Несколько минуточек внимания вашего и время дам немножко сфотографироваться. По своей красоте и аромату роза, конечно же, может считаться королевой цветов. Она относится к семейству розовых, включает около 400 сортов и видов. Считается, что у культурных роз две родины. Первая – это страны Ближнего Востока. Это Сирия, Персия, Вавилон, откуда роза в дальнейшем была привезена в Грецию и Рим, а также Китай и Индия. По индийскому преданию, из бутона розы появилась самая прекрасная женщина на Земле, которая получает имя Лакшми. Бог Вишну, охранитель вселенной, увидел ее, влюбился и сделал своей женой. С тех пор роза в Индии считалась священным цветком. Любили розу, конечно же, в других странах. Однажды римский император Нерон за корабль роз отдал целый бочонок золота. Ну а любители истории прекрасно помним английскую столетнюю войну алой и белой розы. Алая была в гербе Ланкастеров, белая — герцогов Йоркских. Роза в нашем саду произрастает, конечно же, с начала основания наших парков. С 1812 года селекции занялись 1828. На данный момент в коллекции нашего сада более 1000 видов и разновидностей. В центральном розарии представлено около 70 сортов, видов и разновидностей роз. И еще, вот видите, около каждого такого значащего вида табличка обязательно зеленая устанавливается. Внизу два слова обязательно указываются. Или селекция будет написана, или интродукция. Если привозим несколько сортов роз, долго, тщательно скрещиваем, выводим принципиально новый сорт – селекция. Если растение просто доставляют из другой страны, адаптируют нашим условиям – это интродукция. Ну что, розарий ваш, в вашем распоряжении. Где-то 3-5 минут даю времени прогуляться по дорожкам, подышать ароматом роз. И через 3-5 минут вот около под кипарисом, вот видите, табличка маршрута экскурсии, собираемся. И я несколько очень интересных растений буду вам показывать. Розарий в вашем распоряжении. Какие-то про платан вопросы были, да? Кто меня спрашивал? Просто красиво. Правильно гибридная. Она как с чаем, да. Берешь розу, бросаешь листики, завариваешь чай. Да, красивые. Бутончики вообще по-моему красивые. Конец сезона. Так вот, когда я был в июне или в июле, тут я помню, эти парни вообще были такие яркие-яркие. Ну, почему сейчас еще хватает ярких цветочков?
Это лотосы. Это вот настоящие лотосы. Ну, значит, надо, да, плавно уже туда идти. Спасибо. Вот где-то там мы ночевали. Вот, я еще раз. Вон на том уступе мы ночевали. А где-то там. В доме. И шоссе. Собираемся. А пока остальные собираются с фотоэтюдов, наши легкие опять активизируются, работают на 100%. Очень ценное растение на краю куртины. Можжевельник, казацкий или сабина. Вот если можжевельничек в форме дерева, частенько с кипарисом можно перепутать, потому что хвоя, древесина очень похожа. Четкое отличие, как и хвойные по плодам. Плоды кипариса по форме слегка напоминают футбольные мячики. Плоды можжевельника гораздо меньше по величине. Светло-голубые, светло-зеленые, неспелые, черные, когда поспевают, называются они шишка-ягода. Если знаете, как плоды выглядят, никогда кипарис-можжевельник не перепутайте. Ну и посмотрите, какое красивое растение, да, в глубине куртины. Когда утром с группой вот Артек ребята приезжали и ходила мимо, сказали они, что очень похоже на водопад, на иву или как будто растение плачет. Это кедр атласский, серебристый, плакучая форма. А что интересно, если вот семена с такой красивой формы собрать и посеять, у нас, к сожалению, ничего подобного не получится. Вырастет обыкновенное высокое дерево, кедр атласский, серебристый, потому что только прививка эта красивая, декоративная форма размножается. Поэтому, конечно, такая дорогостоящая, сложная, а главное, очень длительная процедура. Ну, а мы чуть дальше по ступенечкам проходим со мной. Лаванда. Совершенно верно. Заканчивает уже цвести. Одна из основных, кстати, маслообразующих культур нашего южного берега Крыма вместе с шалфеем и розмарином. Вот если по трассе, да, вот сейчас едете слева-справа громадные голубые фиолетовые поля. И еще, вот помните, в начале экскурсии про хвойные рассказывала, говорила, как отличить по расположению шишек. Вот видите, пихта перед вами. Шишки четко, корона на макушке и на кончиках ветвей. Это пихта намедистая. В другую сторону ваше внимание обращаю копия известной скульптуры «Мальчик, вынимающий из ноги занозу», оригинал находится в Санкт-Петербурге в Эрмитаже. Рядышком растения не здешние, называются они юки, но про юки очень подробно я внизу буду рассказывать, там есть цветущие юки. И вот когда вы заходили тоже, да, видели желтый такие, цветы. Да, белые, смотрите, такая стрела и белые колокольчики. Ну, а мы чуть дальше проходим. Я не могу. Ты просто не знаешь, куда их применить.
А пока остальные к нам присоединяются, тоже очень такой важный момент. Когда вы заходили сегодня на территорию наших парков, может быть, кто-то обратил внимание на следующее. При входе большими буквами на латинском языке было написано слово следующее – «арбаретум». Это второе название нашего сада. В переводе с латинского на русский язык означает это слово «территория дерева». То есть, я думаю, наверное, уже обратили внимание, что у нас не цветы в основном, а красивые древесные кустарниковые экземпляры. Но цветы тоже произрастают у нас немножко в меньшей степени, зато у нас очень оригинально сразу блоками или цветочными выставками находится. Открывает наш замечательный марафон цветочный. Середина апреля, если в это время, конец апреля к нам приедете, увидите просто потрясающую выставку тюльпанов. А в этом году было посажено 65 тысяч луковиц, 235 сортов. Многие сорта селекции нашего сада. Только завершается тюльпаноцветение, начинается не менее красивое цветение ирисов гибридных. Время ирисов — это начало, середина мая, было 216 сортов на выставке представлено. Лето — традиционное время роз, но смотрите, господа, на розы нужно приезжать любоваться, пик цветения чуть-чуть пораньше. Конец мая, первая половина июня, если вот около центрального розария вот этот период стояли, просто бомба. 97% материала цветущего. Вот именно в то время что знаменитые черная, зеленая, голубая розы. Попозже цвели у нас лилейники, клематисы уже цвели. Сейчас время канши, пойдем любоваться на выставку. Но запомните все-таки, настоящий цветочный праздник наступает на снег, но и даже не летом, а осенью, когда зацветают наши знаменитые хризантемы. Видите, два громадных поля уже высажены саженцы. Если к нам осенью приедете, это конец октября, начало ноября. Почему говорю примерно? Потому что каждый год все от погоды будет зависеть. Вот на этих двух громадных полях увидите более 300 сортов хризантем. И крупноцветы, и мелкоцветы, и элитные бордюрные сорта. Ну, еще такой момент внимание ваше, посмотрите, за будущее выставка хризантем, видите, громаднейшее хвойное дерево, плоская абсолютно верхушечка и плоские ветки параллельно земле расположены. Перед вами самый ценный, самый полезный среди всех кедров, это, конечно же, кедр ливанский, священное дерево Ливана. В Библии вот этот кедр упоминается 77 раз. Никогда ни с каким другим не перепутайте. Почему? Очень интересное строение, оно не случайно. В Ливане часто бывают сильнейшие бури и ураганы. И вот когда слой воздуха с огромной скоростью мчится, свободно преодолевает такое расположение ветвей, и они остаются неповреждены. В Ливане учрежден орден кедра ливанского, который дается преимущественно жителям Ливана за очень большие достижения. Но однажды, правда, всего один лишь только раз было сделано исключение для первого космонавта нашего Юрия Гагарина. Тоже удостоился такой чести и получил орден этого кедра. Говорят, что на полянке, где растут все замечательные деревья, можно смело делать хирургические операции, даже не стерилизуя инструменты. Настолько необыкновенно чистый воздух вокруг именно этих растений. Когда царь Соломон строил свой знаменитый храм, древесину за очень большие деньги брал только кедра ливанского. И когда летописец все события в летописи освещает, он сетует, что в то время на стройку было сложно и трудно найти честных работ. Кстати, о том, чтобы древесину воровать, и речи не возникало, надсмотрщики были очень сердиты, потому что рабы по вечерам со стройки в карманах потихонечку пытались вынести опилки. Опилки тоже шли в ход в то время. Их комплектовали специальные мешочки, за большие деньги продавали. По полу рассыпали, великолепный аромат, а самое главное, полная дезинфекция. К счастью, у нас в Крыму кедров ливанских в чистом виде достаточное количество растет. Вот если вы путешествуете по южному берегу Крыма, обращайте внимание, вот, во-первых, такое интересное строение. Плоская верхушка, плоские веточки и еще, да, очень колючая, но очень коротенькая, сизоватого тенгерфоя. Это будет именно кедр ливанский. Ну, а я вас приглашаю полюбоваться цветением кан. Проходим, пожалуйста, со мной. Группочка, я не буду злоупотреблять вашим вниманием сейчас. Сразу даю время на фотоэтюды. И через 5 минут, смотрите, где мы встречаемся. Вот видите, за ханами красивые кустарники сиреневые. Вот около лагерь стрельми. Я жду вас после ваших фотографий. Фотографируемся, кто желает. Канна. Это вот канна. Красивая канна.
Да, красиво смотрится отсюда. В цветах. Не ядовитый? Нет. Да, так ничего да. Такого привлекательного нету, но внешне очень. Фотографируйте, тенечки, располагайтесь. На что растение похоже? Сирень. Совершенно верно. Так оно и называется. Лагерь Стремя или сирень индийская. Первое такое оригинальное название в честь очень известного французского мореплавателя Магнуса Лагерстрема. Когда он путешествовал по Индии, случайно обнаружил растение. А на судне с ним был ботаник, тоже повезло. И он научно сразу же его видописал. Поэтому второе название по местности, где нашли, индийское. Как и олеандр, очень большая гамма цветовая. Где-то оттенков 20, думаю, в природе есть. И вот такие сиреневые, ярко-розовые, такие нежно-фиолетовые и ярко-красные. Очень хорошо семенами размножается. Очень продолжительно цветет. Неприхотливое выращивание. Единственный такой минус на фоне стольких плюсов. Растение, увы, теплолюбивое. Поэтому, если Москва, скажем, Питер, средняя полоса России, только следующий вариант. С мая по сентябрь на улице, с сентября по май. Хорошее комнатное растение. Лагерь Стремя или сирень индийская. Моя группочка, собираемся. А вот мы сейчас по дорожке, когда будем проходить, видите, справа белые цветки. Очень красиво цветет сейчас гибискус сирийский или роза сирийская. В народе мальва еще называют. Чай каркаде многие любят из одного из разновидностей. Ну, а мы чуть дальше походим. Ну, на мальву тысячу походим. Я гибискус заваривала. Вот этот белый? Да. Тебе нравился. Угу. Гибискус. Красивые цветочки. Нежный, тонкий. Очень красиво называется ротонда. В переводе с греческого это слово означает кругла. А смотрите, как часовые встречают нас у входа. Наше очень интересное крымское аборигенное растение. Первое такое оригинальное название его — земляничник мелкоплодный. Почему? А когда плоды очень созревают, по форме немного, вот смотрите, напоминают плоды земляники, они даже съедобные, но по вкусовым качествам далеко уступают наши настоящие земляники. Не очень сладкие, слегка водянистые на вкус. В народе дерево получило прозвище красное или коралловое. Ко мне, пожалуйста, подходите. С начала ноября, с конца ноября до начала июня ствол дерева покрывает очень красиво, яркого кораллового цвета кора. Сейчас совершенно, да, другое явление мы видим, это красивая кора. Последними лоскутиками, видите, отслаивается, опадает, уступая место новой молодой. Почему это происходит? В течение всего лета земляничник массово листву меняет. Что в этот период обмена листвы дерево не испытывало дополнительную нагрузку. Старая кора, видите, что делает? Отслаивается тоненькими пластиночками, уступает место новой молодой, для того, чтобы дерево в тот период могло лучше фотосинтезировать солнечные лучи, то есть если дышать. Конечно, это легче предпринимать, когда молодая нежная кора растения появляется. И вот за такой интересной особенности, как смена старой коры, появление новой молодой, это дерево, на шутку, получило свое третье прозвище в Крыму. Бесстыдница. Земляничник, красное коралловое дерево или же бесстыдница. Ну а я ваше внимание немножко в другую сторону обращаю. Вот иногда издалека это дерево ошибочно принимают за магнолию. Немножко издалека похожа форма листьев, но мы стали поближе специально, что видим? Фактура немножко другая. У магнолии гладкие, как будто лакированные листочки, а у этого растения морщинистые. Но в кулинарном отношении дерево намного интереснее, потому что перед вами мушмула японская или риоботрия. В конце июня вот каждый год собираем такие очень вкусные, главное, полезные плоды. Содержат большое количество калия, железа. А что самое удивительное, вот у каждого свое личное вкусовое ощущение. Вот сколько раз я пробовала, мне что-то среднее и вас сливое яблоко. Кому-то цитрусовое, кому-то груша, кому-то даже дыня. Если к нам пораньше в следующем году приедете, обязательно попробуйте, получите большое удовольствие. Мушмула. Белые цветы, необыкновенно приятный аромат. Зимой очень красиво цветет. Ну а мы к маслинам спускаемся с вами. Посмотрите, пожалуйста, как интересно роща посажена. Это элемент террасного стиля садово-парковой архитектуры. Террасами сверху вниз спускается к нам. Самая старая, самая красивая маслиновая роща нашего Никитского ботанического сада. Маслина европейская или же оливковое растение. Роща была посажена давно. Это был еще 1824 год. Конечно же, не все деревья с тех пор сохранили. Старые убирали, молодые подсаживали. Но некоторые растения сажал сам первый директор
сада Кристиан Стеван. Как хотя бы примерно определить, старое дерево или помоложе? Смотрите сразу на нижнюю часть ствола. Чем толще, тем старше растение. И еще, маслина является чемпионом по наиболее позднему вызреванию плодов. Окончательно вызревают они только в конце ноября, в начале декабря. Это экспозиционный участок, но тем не менее довольно неплохие урожаи даже здесь собираем. Но все-таки основные маслиновые посадки чуть ниже, ближе у моря находятся. И еще, маслины и оливки — это одно и то же. Почему-то многие зеленые называют оливками, черные маслинами. На самом же деле зеленое и черное — просто степень созревания плодов. В свежем виде пищи не употребляют, только в консервированном. Ну а мы по дорожке аккуратно дальше спускаемся. Здоровая сосна. Кедры. Кедры? Да. Моя группочка, все-все-все ко мне присоединяйтесь. Опять наши легкие активизируются, работают на 100 с чем-то процентов. Шутят сотрудники наши, что один час, проведенный на территории наших парков, приравнивается к целым дням санатория. Вот эту вот куртину недавно назвали они куртина здоровья. Говорят, что если здесь минут 10-15 постоим, как минимум 3-4 месяца точно с вами болеть не будем. Полностью кедровая коллекция. Кедр атласский обыкновенный. Рядышком с нами, помните, показывал самый ценный, полезный кедр ливанский. Видите, плоские веточки, верхушка. А вот чуть правее в начале экскурсии видели самый красивый среди всех кедров. Это кедр гималайский. Вы его никогда ни с каким другим не перепутаете. У него, видите, очень такая красивая изумрудного оттенка, пушистая, не очень колючая хвоя. Но, господа, вот эти кедры не единственные ценные растения на куртине. 2 года назад наши научные сотрудники под кедром гималайским, видите, такие красивые кустарнички небольшие, посадили одно из ценнейших лекарственных растений в мире. Это мирт обыкновенный. Вот так он очень красиво недавно отцвел. И есть такая очень интересная легенда по поводу происхождения мирта на земле. Рассказывают, что Адам в день изгнания из рая совершенно случайно захватил с собой на землю веточку чудодейственного растения. С тех пор мир в древности считался символом надежды, отголоска райского счастья. В свое время мирту особое внимание уделяет Авиценна. Известный ученый, он обнаружил большое количество полезных свойств, которые впоследствии были подтверждены. А вот с 1948 года на государственном уровне миртом плотной занимаются наши научные сотрудники. Так вот, в данный момент мирт является уникальным растительным антибиотиком, то есть никаких не имеет эффектов побочных, и те из нас, кто страдает, весь спектр бронхолегочных, ларингиты, отиталиты, симптомы ангины и гриппа, мир снимает заодно, кто подошел, дышим интенсивно, легкие работают, мир снимает заодно двое суток. В последнее время его часто рекомендуют как комнатное растение тоже для домашнего растениеводства. Если грамотно постригаете, как бонсай небольшое деревце получите. Симпатичные цветки, но запомните, самая ценная часть мирта не цветки, его твердые кожистые зеленые листочки. Ну что, подзарядились фитонцидами? Да осень не хватит однозначно уже проехать. Проходим, пожалуйста, со мной. У вас проспекта-то нет? Нет, ну есть на торговой точке. На территории. Это называется иглица понтийская. Тоже такое ценное экологическое растение. У нас в лесах красненькие ягодки совершенно верно зимой появляются. Вы первый раз у нас в гостях или нет? У вас первый раз, да. Да? Такое впечатление, что уже не первый. Нет. Моя группочка, посмотрите, замечательное растение, которое первым встречает нас на территории Нижнего парка. Видите, такие гладкие, высокие, светло-серые стволы, деревья, у которых пахнут не только цветки, но даже и листочки. Мы находимся под лавром благородным. Соответственно, от слова лавр, слово бака, лавр, лауреат, лавровый венок. Давным-давно в Древней Греции проходили различные спортивные соревнования. И вот когда кто-либо первым к финишу приходил, толпа, сидящая на трибуне, вела себя довольно странно, потому что никто не поздравлял, и самое главное, никто не чествовал победителя. Все очень тихо сидели и ждали. Чего? Около стадиона обязательно был расположен древний храм. В храме вокруг костра сидели жрецы и по курению дымка определяли, угодно ли богам победа человека. Если ответ давали положительный, главный жрец снимал со своей головы венок из листьев лавра и водружал на голову победителя. И лишь тогда, когда человек с лавровым венком выходил из ворот храма, толпа просто взрывалась рукоплесканиями. Все его чествовали, поздравляли, но иногда жрецы считали, увы, что человек недостоин победы. Тогда имя этого несчастного навсегда исключалось из всех существующих соревнований, сами на следующий срок были перенесены. Лавр может быть как в форме дерева, что реже, в принципе, встречается так в форме более привычного всем знакомого кустарника. Все лишь от нас с вами зависит, как мы изначально растения будем формировать. И еще над нами так называемая лаврушка, которую добавляют в пищу. Только лист должен быть спелый. Спелый лист лавра растения не менее 2 лет. А самое главное, осеннее время года, желательно октябрь, ноябрь. Если бы мы осенью здесь стояли, даже на расстоянии ощутили бы запах спелых листьев. И
еще сказочно хорош лавр, когда цветет. Посмотрите, пожалуйста, весь май месяц такие очень ароматные, пушистые желтые цветки. Иногда сравнивают с мимозой. Иногда говорят, словно пчелы облепили ствол и ветви дерева. Так очень красиво, практически. Вот я показываю, весь май месяц цветет у нас в саду лавр благородный. Кстати, кто-то из вас спрашивал, пик цветения у нас именно с 1 по 20 мая наиболее большое количество цветущих растений и кустарников. Ну а мы сейчас будем ниже спускаться и любоваться самым старым деревом в нашем саду. Проходим, пожалуйста. Интересно, а почему лианы ползучие, но на деревья не лезут? Смотрите, красиво, как покрытие куртины используется, да. Но чтобы зацвести, нужно вверх поближе к свету. Сбирается на дерево и сразу же начинает вести паразитический образ жизни. То есть он не питается соками, как удав душит растения. Если вовремя не снять, дерево может погибнуть. Поэтому как решает проблему? Конечно, в принципе, нереально на каждое дерево, да, сбираться, но они у нас просто корешки внизу подрезают. И на некоторых деревьях высохший даже плющ можно видеть. Никакого вреда не причиняют, надо даже красиво декоративно. То наш Никитский ботанический сад, в первую очередь, это огромное научное учреждение. Это красивая, да, которую мы осмотрим, относится к работе всего лишь одного отдела, отдела дендрологии декоративного садоводства. Он, видите, многоэтажное здание, это все наши корпуса научные, это все лаборатория, аспирантура, научное отдело, гербарий. А вот чуть ниже, видите, ограда железная, над ней огромное многоствольное дерево, фисташка перед вами, дерево более 1000 лет. Это самое старое дерево на территории нашего сада. На этом же месте немножко в другую сторону ваше внимание обращаю. Справа и слева, видите, с завтрашнего дня опять будут работать здесь ландшафтные архитекторы, поправлять форму. Красивые шаровидные кустарнички, это тот же самый лавр благородный, только в форме кустарника. И хотя мы все с вами, да, знаем, что листочек еще не спел, тем не менее, если потереть, сразу учтите, хотя и слабоватый, но всем привычный лавровый аромат. И опять же, при спуске, смотрите, справа белыми, слева сиреневыми розами цветет гибискус сирийский. Аккуратненько спускаемся на площадочку рядовую. Красиво. Очень аккуратненько по ступенечкам, пожалуйста, проходите. Что за грудь? Вот такой хороший вопрос мне задали. Вот смотрите, когда первый директор сам, пока со мной спускается, как раз есть время, приехал сюда, Никита, в начале 19 века по узенькой тропинке, он просто пришел в ужас, а главный садовник, который находился с ним, вообще через 3 часа от него сбежал. Вот если кто-то из вас ездил на горные экскурсии, вот эти вот скальники, почва крайне плодородная. Это была первая проблема, но решает он ее. Потому что когда главный садовник сбежал, первым помощником Стевана стали солдаты действующей армии. Он поехал на Украину, раньше называли Малоруссией, огромное количество привез чернозема. Поэтому в основном вся земля первоначально была привозная. Но вторая проблема была еще серьезнее. Мало людей в те времена умели сажать, а главное ухаживать за растениями. Не забывайте, это был уже 1812 год, то есть война с Наполеоном. Никаких поступлений дополнительных, конечно же, ожидать он не мог. Что он предпринимает? Он поехал по российской глубинке, по крепостным имениям, с управляющими помощниками, собрал мальчишек, наиболее пригодных к садоводческому делу. И с первого года основания сада на базе основал училище земледелия. Причем, если вот сейчас самое длительное обучение, по-моему, это мединститут. 7 лет, да, 8. Ординатура училища, мальчики в этом учились от 12 до 14. Поэтому, когда учеба была завершена, они были все глубоко женатыми людьми, с кучей детей. Но для нас это и хорошо, потому что они все остались в саду. Кстати, слово сдержал, что он все не получили вольную, и до сих пор их потомки некоторые вот в нашем научном институте работают. Ну а я обращаю ваше внимание, посмотрите, какое дерево огромное справа от каскада бассейнов. Вот я показала недавно, цвело такими мощными цветками. Огромная такая волна цветения, насыщена где-то с июня по начало августа. А сейчас, видите, многочисленные плоды появились, аккуратные шишечки. Это королева семейства магнолиевых. Магнолия вечнозеленая, крупноцветковая. У нас 3 вида магнолии произрастает. Самая красивая, вот она перед вами. И есть еще 2 листопадных, ими приезжайте любоваться. Чуть-чуть пораньше, конец апреля магнолия Левнера, начало мая магнолия Суланжи. И здесь располагаемся. Здесь пока располагаемся на грибочках. Забыла площадь вашего сада. Я еще не говорила. Сейчас все никуда не идем. Да? Смотрите, верхние и нижние парки. Около 17 гектар. Есть еще 2 парка к экскурсионному маршруту. Переморские парки. Кактусовая оранжерея с райским садом. Около 40 гектар. А если брать всю площадь сада, более 2500 гектар, не считая заповедника. Теперь моя группочка. Посмотрите, над нами магнолия. Еще раз любуемся. Видите, плоды очень красивые. Еще. Скажите мне, пожалуйста, кто запомнил 3-е название земляничника?
Бесстыдница. Совершенно верно. Посмотрите, а такая у меня была очень интересная история. Как-то раз водила венгерскую делегацию. Люди 40-45 лет на русском языке. Все свое время в школе изучали. Когда рассказала, показала землянище, сказала, что его у нас называют бесстыдницы, все хором дружно возразили мне и сказали, что венгрии бесстыдницы называют не наш землянищик, а платан восточный или чинару личинар. Совершенно верно. Скажем, Средняя Азия, Венгрия, Сербия, те же Одесса, Херсон, Геленджик я недавно видела. Бесстыдниц называют платан восточный. Видите, красивые такие деревья большие над каскадом бассейном. Как раз старая кора на новую меняется. Деревья не старые, им чуть более 100 лет, а вот самая старая 200-летняя чуть ниже на пальмовой аллее увидим. И еще обещала Гинга поближе показать. Посмотрите, видите, в глубине куртины толстый ствол. Видите, прямо над нами треугольные листочки. Да, единственное да, растение, да, которое в свое время выжило после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, Гинга Белоба. О, Юр, смотри, рыбки. Красивая карпа кое. Нет, не карпа, карпа в Сочи. Это карасики скромные. Карасики такие? Красный называется карасик. Золотистый, серенький, просто карасик. Обалдеть, я думал карпа кое классика, а тут карасики. Остальные присоединяются. Смотрите, какое красивое хвойное деревце. Ой, за пальмочкой. Это криптомерия японская. Японский кедр называется на родине. Очень интересная особенность хвои. Сейчас до обеда такая изумрудного оттенка. После обеда будет голубовато преобладать. Если осенью в конце приедете, будет красновато-коричневый. В Японии есть островная часть, где огромное количество криптомерии долгожителей растет. Самому старому дереву, по самым скромным подсчетам, не менее 7000 лет. Дзёман Суги называет его. Моя группочка обещала самую старую пальму китайскую верно показать. Видите, в глубине куртины макушечка под кипарисом. Просили, да, внимание. Два растения было посажено в 1860 году. Одно не сохранилось, другая пальмочка, вот она перед вами, несмотря на такой почтенный возраст, хорошо растет, цветет, но не плодоносит, потому что растение мужское. В другую сторону ваше внимание обращаю. Помните, Юки показывала, обещала рассказать чуть попозже, когда увидим цветущие эти из-за пальмочки выглядывает. А растения не здешние, прибыли к нам из Северной Америки и Мексики. Юка алоэ лична. Очень красиво юка цветет. Длинная стрела, несколько рядов, белые колокольчики. Еще помните, говорила, что наш сад шутку называют огромной съемочной площадкой для съемок многочисленных фильмов художников. Беседочка, визитная карточка нашего сада, принимала участие в съемках многих фильмов. Самый известный это был фильм «Приключения Буратино». В ней снимался тот самый эпизод, в котором Альвина учила Буратино чистописание. Симпатичный Гросс сразу в двух фильмах участвовал. «Приключения капитана Немо» и «Дети капитана Гранта». А вот по этой замечательной аллее, она к столетию сада была заложена в 1912 году, на лошади скакал мальчик из кинофильма «Мио-мамио». Очень красиво. Я забыл, как она называется. На камеру засняла, да. Красиво. А вот кактус. Бабушки такой теперь растет. Мы отломали там кусочек. Пунция это. Какая-то. Такой город красивый, да? Симпатичный. Да? Я-то нет, а вот Юра, наверное, да. А ты не знаю. Вы да? На хризантемах были? Нет, вот на розах был, Вот розы, я помню, вот убили. Пик цветения, да, был. Вот конец мая, да. Да, когда потом, вот, в начале. Было очень красиво. Нам вообще по-хорошему каждый месяц полтора надо приезжать. Да, что-то новенькое увидишь. Питер. Ну, так пошел вам два с чем-то. Какие проблемы. Ну, да. Посмотрите, справа мемориальная доска, честь второго директора сада Николая Андреевича Гартвиса, увита вторым распространенным плющом нашего сада, плющ колхидский. По одному из преданий аргонавты с золотым руном шли по дорожке, увитой именно этим плющом. И еще, вот смотрите, прямо перед нами на плоские, похожие лепешечки, самые морозостойкие, самые выносливые кактусы, называются они опунцией. В течение всего года в открытом грунте произрастает, даже на зиму мы их не убираем, очень красиво цветут. Сейчас покажу вам, в июне месяце, я вот фотографировала, не знаю, вот вы были.
были, видели, наверное, застали. Желтые, еще оранжевые есть, еще красные есть цветки. А вот то, что вы сейчас видите, это плоды кактуса, пока что еще не спелые. Когда станут ярко-фиолетовыми, приезжайте к нам на дегустацию. Джемы, варенье, компоты. Единственное, что собираем в специальных перчатках, потому что колючки. И, наконец, посмотрите, какое красивое растение, похоже на большое алоэ. Это агава американская. Цветет агава, смотрите, всего раз в жизни. Вот таким вот интересным образом. Когда цветочек окончает, нацветает, под корень срезают, и основание появляется углубленное отверстие, в котором каждый день накапливается большое количество вкусного сладкого сока. Аквамиель называют его. Перевод из мексиканского слова, это означает медовая вода. И если сбродить, получится пульки, знаменитая латиноамериканская водка. А если пульки добавляете спирт и несколько ингредиентов, получаете ту самую текилу. И еще, оцените масштаб. Смотрите, какое громадное дерево наверху. Я обещала показать вам самый старый платан Большой Ялте. Сад был основан 12 сентября 1812 года. Растение было посажено следующий день, 13 сентября. То есть несколько лет назад платану исполнилось 200 лет, в этом году 204 года. Самый старый платан на территории почти южного берега. Ты помнишь, вот запонцы в Тунисе сделают заборы? Да. Да. Помнишь, мы видели? Там у них все просто. Они не делают забор, они сажают опунцию, да, и у них это забор. Получается, да. Слушай, сразу банана захотелось. Банана-банана. В Египте, помнишь? Вот были банана. А тут ишен какие они. Маленькие. Климат не тот. Все-таки, но есть. Но растут. Бананчики маленькие совсем. Некомфортно у нас. Холодно, да. И здесь пока располагаемся. Все ко мне подтягиваемся. Давайте немножечко сейчас подождем всех остальных. Узнали мушмулу, да, вот вкусные плоды. Помните, я говорила, очень красиво зимой цветет. А вот эти вот, видите, граммофончики заканчивались вести, такие широкие листья, это датура или дурман древовидный. И очень красиво амарант смотрится. Внизу сальвия, все прекрасно знаем. А видите, в глубине куртины дерево большое, гранаты уже почти поспели. Гранат обыкновенный. Вон, видите, плоды висят. Вон, наверху обратили внимание. А вот посмотрите, как цветет гранат, тоже очень красиво. В июне цветет вот такими цветочками, а потом вот плоды появляются. Очень полезные плоды граната именно нашего крымского. Теперь смотрите, единственный, самый-самый морозостойкий вид банана, который у нас может расти, банан Басио. А плода, которые полностью вызревают, речи идти не может. Потому что, чтобы полностью плод вызрел, необходимо 9 месяцев очень теплой погоды. Даже наша Ялта таких шикарных, комфортных условий бананы прирастать не в состоянии. Более того, любуемся только в летний период, ни зимний, ни весенний, ни осенней температуры бананы не выдерживают. Банан, как и бамбук, это не дерево, это тоже большая трава. Плоды не вызревают, все-таки иногда бывает. Смотрите, отцвел бананчик, видите, серединка. И даже такие маленькие бананчики иногда появляются. Но декорация, повисят и опадут, просто, как бы, к сожалению, несъедобны. Ну что, моя группочка, на этом наша прогулочка почти завершена. Ну что вам хочу, уже кому-то говорила сказать. Никитский ботанический сад красив в любое время года. Вот к нам по-хорошему нужно каждый месяц полтора приезжать. И все новые удивительные растения верить, любоваться. У вас есть входные билетики. Если вы на другую сторону перевернете, там полностью календарь цветочных выставок, когда еще к нам можно приехать. Вот на розах у нас были туристы. Тюльпаны очень красивые, хороши. Но пик цветения, конечно же, это майские праздники с 1 по 20 мая. Пшеница. Скаты сушеные. Это морской кот называется здесь. Морская лисица. И крабики. Грибочки сушеные. Это вот ужик. Желопузик без ноги. Вот. Это вот мы его видели. Желтопузик без ноги. А это что такое? Кусовый панда. Там и крупные семена. На земле. Пошли тюхать. Yeah.
кто-то. Вот это гнездо, да. Здорово. Это, блин, гнездышко. Угу, вот эти вот кусающиеся пыльчатые. Вот они тяпают больно. Ой, мама. Тоже их поймал. Всех. Хрипненько тут все стоит. Вот они, цикады певчие. Вот Юрка цикада. Смотри, хоть в сушеном виде. Вот. Есть шансы, что увидим кого-нибудь. И живую. Вот тут всякие трудовики здоровенные. Да, во. Это мамин любимый. Большие дубовые усачи. Прокач. Это тут не туда. Чё? Дыбка степная. Нет, с белобородой, господи. О, шишки кедровые. Можете трогать. Или... Шишка такая. Не. Вот это я понимаю, шишка. Возьми шишку, где еще такую увидишь. Ну вот о чем и я, да. Делай снимок, вот это я понимаю, да. Шишка. Юрку с шишкой. Шишечка, маленькая такая. Малютка. Бамбук. Угу. Ну-то маленький еще. Они бывают защиты больше. А вот шишка так козыр, да. А это плющик. Видите, вот такой плющ, да? Пробочка. Ну, эх, тебе пробки. И? Тоже пробочка. Вот это прикольно. Как тебе пробку? Прикольно, да? Плоды платана восточного. Смотри, это вот платанчики. Платанчика. Ага, альчи. Это, ну, который у нас еще. Ага, альхи. Да, альхи. Вот платана, помнишь, что здоровые толстые деревья? Mm-hmm. Это вот такими вот фигнями оно. Причем разные, видишь? Mm-hmm. Вон ее шишечки.
пустые. Это желуди разных дубков. Дуб ливанский, пробковый, каменный. Да, вот эта шишечка зачет. Все-таки.